Приходит мужик к психиатру и говорит: «Доктор, доктор, помогите мне». Он говорит: «Что случилось?» «Мне каждую ночь снится, что я толкаю поезд от Москвы до Владивостока. Помогите мне». «Чем же, говорит, мне тебе помочь?» «Ну, вы не могли бы толкать поезд хотя бы до Урала?» Доктор посидел, подумал, ну и думает: «Ну ладно, я сейчас соглашусь, либо просто вот, чтобы ушел». Он говорит: «Ну, что, говорит, ладно, до Урала так до Урала». Ну все. Проходит неделя, через неделю тот же самый мужик приходит к доктору: «Доктор, помогите». «Что опять-то? Мне теперь снится каждую ночь, что я султан, и я за ночь должен переспать со всеми своими 1000 женами. Помогите мне». «Так как тебе помочь-то? Возьмите хотя бы 500. Он говорит: «Слушай, нет, возьму вот всего только одно, мне еще поезд до Урала толкать.